Коли почалася війна, Катерині Ляшченко було тільки 17. Разом з мамою та двома сестрами з Новоодеського району вони поїхали до Сталінграду. Спочатку нам видали підводи, ми довго їхали, нас обстрілювали, строчили по нас. Ну, правда, ніхто не погиб. Потім нас пересадили в теплушки, ми приїхали в Сталінградську область. Сразу я закончила курси тракториста, проработала год трактористкой. И в конце, уже осенью 42-го года, меня вызвал райком комсомола, Фроловский райком комсомола, и вместе еще с 14 человек, молодежи, отправили перегнать скот в самый Сталинград на убой. Фронту нужно было мясо, а в это время в Сталинград нельзя было ни машинами, ни поездами, ничем нельзя было зайти. Вот нас и отправили. Это было страшнее, чем потом уже, Боже, я уже на самом фронте. Даже нельзя передать, это очень долго рассказывать, как мы мучились и шли больше 100 километров с этим скотом. И нужно было прятаться, чтобы нас самолеты не обстреляли и никого не убили. Хотя первый день уже убили, у нас было мясо, все равно нас хорошо кормили. В самом Сталинграде нас встретила целая рота солдат, забрали этот скот. А нас забрали всех на тракторный завод Сталинградский и дали нам там передохнуть. Двое суток мы приходили в себя. Потом нам никто не мог гарантировать выйти со Сталинграда. Был как раз конец 42-го года. Это пик войны, но мы не знали, что это тогда было, что это было уже. Ребята стали работать здесь за танком в заводе. Их было 6 человек, а нас 9 человек отправили в медсанбат. Но я не могу, у меня аллергия на кровь. Поэтому я не могла там оставаться в медсанбате. Меня еще с одной девушкой, она была со мной вместе, Ева, я даже не знаю, как ее фамилия, она на год была моложе меня. Нас вместе отправили в зенитный батальон, который располагался здесь же на берегу Волги. Жили мы в землянках. Было очень холодно, зима, и говорили, что в это время это была самая страшная холодная зима. Рядом абсолютно были все разбитые дома. Вот сколько мы могли, где чего мы могли, мы эту землянку утеплили, принесли двери, спали на этой двери вдвоем, грелись с этой Евой. Потом, что мы только могли, нашли, чтобы протапливать эти казанки, которые находились в этих же землянках. И все также, все были расположены в этих землянках. Долго мы там, значит, обосновывались, а потом научили стрелять зениток. Они были очень простые, как сейчас пулеметы, только большое такое дуло. Вот. И вручили нам на 5 человек, значит, нас показали нам нашу зенитку. Мы выходили каждое утро на дежурство, по очереди мы дежурили у этой зенитки. Был такой холод, что пальцы приклеились к этой зенитке. Мы долго дежурили, недели две, было тихо, спокойно, и потом вдруг нам нужно было на этом участке не пропустить ничего за Волгу. Ни самолет, чтобы ни один не перелетел за Волгу. И как только появился первый самолет, мы действительно все сообща, я уже не знаю кто и сколько, мы сбили этот самолет. Мы были очень рады. Буквально через 2 дня снова появилось 2 самолета. Мы эти 2 тоже сбили. В конце Нового года, перед самым Новым годом, нас всех собрали, награждали нас за заслуги, поздравляли с успехом. После этого где-то месяц, наверное, было затишье. Потом вдруг появились самолеты, просто они пришли уже не с целью перелететь Волгу, а непосредственно на нас. Они все разбомбили нас, расстрочили. Рядом Ева оторвала ноги обе, и я когда увидела кровь, у меня аллергия на кровь, мне стало плохо, я уже ничего больше не видела. Мы не успели и стрелять в этот день, и у меня в этот день сильно, в это же время я была сильно ранена в голову. Кровь залила лицо, я уже не помню, сознание потеряла. Но нас вовремя медсестры успели, меня опустили вниз в эти же землянки. Потом нас ночью перевезли, Еву не спасли, Ева умерла. Потом вылечились, и уже в начале уже 43-го уже было совсем потепление, уже где-то март, вот так вот. Нам выдали войлочные сапоги, ну и одежду, все на нас было, шинели. И мы в этих войлочных сапогах по талому снегу направили нас в инженерные войска.
Поскольку я была ранена в голову, кто был ранен? В руку, в ногу, те куда-то распределили по разным отделениям. А меня отправили, а я работала в штабе. Вот, работала с секретными документами. Вот так мы там долго работали. По мере того, как фашисты гнали на запад, мы продвигались. Уже потом со Сталинградской области мы переехали, перешли. Буквально пеши мы шли, мы делали очень много больших переходов и в Запорожскую область. В Запорожской области уже, я там уже осталась в 43-м, в конце 43-го года. Там мы зашли, до нас там жили немцы. Был абсолютно пустой поселок, нас там всех разместили. Но все военные перешли, ушли дальше. Меня оставили здесь, в колхозе, колхоз учредили, и я опять пошла работать на тракторе. На тракторе работала в 43-м году. А в 44-м, уже по мере того, как фашисты отходили, нас, ну там в колхозе мы жили очень дружно. И День Победы мы встретили тоже здесь, в этом Запорожском области, Верхохордицкий район. Николаевский сельсовет, село Морозовка. Здесь я встретила Победу. После Победы я опять поехала, сюда вызвала маму и сестер. Мы же были все время врозь. Вот здесь мы с ними зимовали, здесь мы уже встретили Победу. И после Победы вскоре мы переехали обратно в Новую Одессу, где я родилась, где я жила до войны. Приехали туда, и мы узнали, что отец наш расстрелян немцами. Прямо днем зашли два немца, вывели за МТС, и там его расстреляли. Для Елеонори Меферт війна розпочалась, коли їй не було ще й 15 років. Встретила я ее тогда, Карела, Финская ССР, только что присоединенной к нам территории Финляндии, в городе Сортавала на берегу Ладожского озера. Там я намеревалась отдохнуть очень хорошо. Компании, друзей своих, родственников. Но внезапно все это было прервано, и пришлось мне возвращаться в Ленинград, потому что там моментально началась стрельба, там, оказывается, на островах прятались финны, не ушедшие тогда из Финляндии. Уже ночью была пулеметная стрельба, уже я ехала в переполненном вагоне, так что полдороги стояла вообще на ногах, негде было не только что присесть, приткнуться негде было. И вместо 6 часов поезд шел более суток. В общем, кое-как добрались до Ленинграда, там меня встретила мама на Витебском вокзале. Я решила, что все позади, все плохое позади. Начинается спокойная жизнь. Наконец-то я рядом с мамой. Правда, я удивилась, что мой отчим уже на фронте. Не он меня встретил, а друг нашей семьи и мама. Но это было только начало, начало всего. Впереди была еще блокада со страшным голодом. Мне пришлось испить эту чашу до дна полностью, потому что у нас не было ничего. Отчим ушел на фронт, мама в этот период не работала. Мы обе получали ежедневные карточки, 125 граммов хлеба в день и больше ничего. Хотя выдавали нам огромные такие полотна карточек с талонами на другие продукты, но все эти талоны оставались неотоваренными. А в декабре у меня еще вытащили из кармана мои хлебные карточки. Мы питались вениками, столярным клеем, из которого варили холодец. Мы пытались варить даже обувь, сыромятные ремни, из них тоже варили холодец. Подъели все, что было в буфетах, там вплоть до абрикосовых косточек и корочек апельсиновых. И при этом все непрерывные бомбежки. Непрерывные обстрелы, несколько раз за ночь бегание в бомбоубежище и обратно. Потом уже перестали бегать, конечно, уже сидели дома. Я для профилактики на всякий случай надевала себе на голову шапку-ушанку и завязывала ее внизу. Во-первых, чтобы не так слышно было этот грохот, а во-вторых, если что-нибудь случится, упадет балка мне на голову, чтобы все-таки была какая-то амортизация. Но я была... В те годы я вступила в комсомол, но меня как комсомолку назначили начальником группы самозащиты нашего домохозяйства. Это значит были дежурства на крышах, подоворотнях,
значит, следили за тем, чтобы нигде там свет не горел, следили за тем, чтобы никто на улице не был, помогали первую помощь раненым, оказывали и так далее. В школах тоже у нас были дежурства на крышах. Выделяли одного-двух человек на крышу дежурить. Но это в те периоды, когда школа работала. В школе работали с огромными перерывами. То одних учителей не было, то других. Каждое занятие в декабре, январе, феврале, в декабре 41-го, январе, феврале 42-го, начиналось у нас вставание и почитание памяти погибших вчера, позавчера, кто умер от голода, кто погиб под обстрелом, кто от бомбы. Мы вставали, стояли несколько минут, потом садились и продолжали занятия. Настолько привыкли, что уже не плакали. Ну, начинали мы учебу, вот это все годы уже, 42-й, 43-й, 44-й, мы начинали учебу почти с 1 ноября, окончали к 1 мая. И вот с мая по конец ноября мы работали в колхозах, работали на окопах, сажали картошку, поднимали залежные земли. Мы городские дети, совершенно не привыкшие к этому. Конечно, к вечеру уже получали пузыри на ладонях, мы перевязывали и шли снова работать, потому что за переполнение плана мы получали стакан молока. Нам, жившим тогда на 125 граммах хлеба, конечно, 400 граммов, которые нам давали в этих колхозах, и стакан молока, это было огромное богатство. Ну вот, так вот прошло у нас все эти годы. Из школы в школу нас переводили все время, потому что школа закрывалась там под госпиталь, то школа вообще закрывалась, уже не могли набрать 10, на 10 класс не могли набрать народу достаточно. 4 школы я сменила в 10 классе, кое-как кончила. У нас всего на весь Ленинград огромный, нас кончило всего 185 человек тогда. На весь громадный Ленинград был на 10-класснике. Но еще в 9 классе, вот я забыла сказать, еще в 9 классе совершенно неожиданно мы вдруг, несколько человек были представлены к награждению медалью за оборону Ленинграда. Мы были страшно удивлены, потому что нам казалось, что мы вели обычный образ жизни. Несколько раз пытались, конечно, мы пойти в военкомат, нас не принимали, то говорили, что молоды, то потом говорили, что мы обязаны учиться, пока есть возможность, потому что нам образованные люди тоже нужны. Потім, після закінчення школи, війна для Елеонори закінчилася. Вона вступила до університету та продовжила навчання. Скільки часу промайнуло, а пам'ять про ветеранів Другої світової війни й досі жива і буде жити, поки ми шануємо свою історію.